У тебя длиннее, представляешь? Да нет, одинаково. Длиннее. Не, у нас идентично. У меня и тот длиннее. Какой у тебя длиннее? Слушай, расслабься. Ну ты, конечно, ты еще выше поставь. Смотри, ну где у него даже пальцы толще. Слушай, да, у меня длиннее. Ну-ка, давай со мной. Мне с тобой одинаково. Что? А ну давай, сюда, как ребята, давай. Андрей, что, я неправильно говорю? Бицепс есть. Нет, длиннее пальцы. У меня только бицепс. Бицепс на двое есть. На пальцы. Вот, раз, два, три. Одинаково у нас, сколько раз меньше? Во! Видишь, вот это длиннее пальчик, все равно. Пусть по грации. Вот это. Сейчас, задумайтесь. У него вот это здорово. Пальчики не такие длинные. Да у него нормальный палец. Ну что? Длиннее. Ну такие же, у меня такой же. Во, вот на стойку. А это мог на стойку. А у него еще, знаешь, у него уже не пустенький. У него получается, смотри, вот так делает. Да, вот смотри, видишь? Ему неудобно отпадать. Ну, у меня какой круг, а у него все там. Ну, вот здесь вот мышечная масса, ему неудобно отпадать. Получается, что он вот так вот делает. Да. А ну, с одной стороны, для соперника... Худички в этих местах надо.